Samsung ошибается. Глава Huawei обещает стать лидером рынка смартфонов в 2020 году. На днях глава Samsung Electronics Dong Jin-ka, DJ Cole, заявил в интервью, что корейская компания останется лидером рынка смартфонов в течение следующих 10 лет. Теперь этот прогноз опроверг исполнительный директор потребительского направления Huawei Ричард Ю. Сегодня на презентации флагманских камерафонов Huawei P30 и P30 Pro в Китае Ричард Ю заявил журналистам, что компания станет крупнейшим производителем смартфонов в мире к концу 2020 года. Он добавил, что если рассматривать Huawei и Honor суммарно, то смартфоны компании должны занять лидирующие позиции в мире уже к концу текущего года. И это будет достигнуто без деятельности в Южной Корее, Бразилии и США. На некоторых локальных рынках Huawei уже сумела занять первое место. Среди этих регионов присутствует и Россия. Таким образом, прогноз Ричарда Ю не выглядит совсем уж нереальным.